Здесь пожарная часть находится. Боревича 9, пожарная часть. Старый дворик ГУМа.
у Баревича 10/4. Вот это вот здание. Баревича 10/6. Здесь отель. Ну вот если пройти на территорию этого отеля, там вот виден фасад, здания, и там есть площадка. С этой площадки видна церковь, которая находится на центральной площади города Владивостока. Ну, еще что-то видно. Вот такие тут дворики. Здесь чего-то восстанавливать хотят, что ли.